Всем привет, дорогие друзья! Пришла посылка. Итак, открываем, смотрим. Итак, сегодня на обзоре носки женские длинные Лиана. В наборе 5 пар по 32 рубля. Вот за этот пакетик 160 рублей. Носки детские Ангора Кушан. 6 пар, 3 цвета. 2 пары зеленого, 2 пары синего цвета и 2 пары коричневого цвета. 246 рублей стоит этот набор. Каждая пара по 41 рублю. Мужские трусы Night. Вот так вот они выглядят. Размер 50-52 стоит 190 рублей. Это упаковка. То есть каждый по 95 рублей. Черные мужские штаны. 100% хлопок. 602 рубля. Еще мужские штаны, трико, также 100% хлопок. Мужская футболка за 290 рублей, камуфляж. Женский костюм 52 размера, 1085 рублей. Еще один костюм женский из футера, 1092 рубля. Домашний костюм с совой. И еще один домашний костюм. Все посмотрим и откроем. Итак, начнем по порядку. Носки детские Ангора Кушан. В наборе 6 штук. Носочки классные, теплые. Очень хороший состав. 55% Ангора, 30% шерсть, 10% полиамид и 5% спандекс. Впереди зима. Очень теплые носочки. Очень. Так вот они выглядят изнутри. Просто суперские носки. Женские носки. Длинные Лиана. Единый размер 36-41 по 5 штук. Пара стоит 32 рубля. Кстати говоря, вот такая пара стоит 41 рубль. Смотрим. Очень хорошее качество носочков. Прекрасно сделаны. Носки плотные. Очень хороший трикотаж. Строчка здесь очень тоненькая. И мне нравятся такие какие-то вот благородные цвета. Смотрим состав. Хлопок 90%, полиамид 8% и эластан всего 2%. Для сына заказала вот такие вот труселя, люблю называть. Трикотаж плотный. Прекрасно все прошито. Швы отлично обработаны. Никаких нигде нет ниток. Прекрасные трусы. И цена хорошая. 95 рублей за штуку. И вот такая расцветка хорошая. Домашний костюм. Очень мне понравилось, что вот сова такая. Футболочка. Так вот отделана горловина. Швы. 100% хлопок. Это костюм. Костюм недорогой. 546 рублей. И к ним такие вот чудесные веселенькие штанишки. Костюм прекрасно выглядит. Такой яркий. Просто класс. Вот так вот. Кармашек обработан очень хорошо. Заканчиваются штаны просто подгибом. Манжеты нет. Второй костюм за 560 рублей. Такая вот футболочка. Эти костюмы одинакового качества. Тоже хорошо швы обработаны. Футболочка довольно-таки длинная. В конце ролика обязательно будет примерка. И тоже такие замечательные брючки к этому костюму. Но внизу на штанинах имеется уже манжета черного цвета. Кармашки имеются также.
не очень глубокий, широкая резинка. Костюм будет очень хорошо смотреться. Трикотаж тонкий. Я специально себе подбирала такие вот домашние костюмы, потому что получается, что выходные дни вся в движении, я вот прям моментально потеть начинаю. И если на мне что-то вот утепленное, то мне уже дискомфортно. Хочется именно легкости какой-то. То есть вот эти два костюма за 546 один, второй 560 рублей. Прям самое то, милое дело. Практически 1100 рублей. Шикарная туника. Прекрасно обработана. Вот я покупала подобного качества туники на работу себе. Ношу с огромной радостью. Хорошо стираются, хорошо сидят. Просто прелесть. Эта вот туника довольно-таки свободная. Так, с такими вот отстрочками. Рукав 3/4. И летучая мышь. Вот так скажем, слегка летучая мышь. Свободный, 100% хлопок. Такой богатый цвет. Брюки. Резиночка вот такая вот не широкая. Качество тоже брюк такое же, очень хорошее. Имеется у брюк вот такая вот отстрочка. С такими вот защипами. Кармашки есть. Брючки такие свободного кроя. Высокие. И брючины заканчиваются. Просто широкие брюки, не имеется никакой манжеты. Трикотаж шикарного качества. Очень мне нравится. Так я люблю все вот эти вот женские и мужские вот вещи, тряпочки перебирать. Ну, прям какое-то счастье. И еще один костюм. Женский. Тоже он мне очень понравится. Выглядит нарядно. Есть несколько вариантов цветов этого костюма. Я вот выбрала такой какой-то серо-фиолетовый, что ли, вот не знаю, как сказать. На девчатах прекрасно сидит. Вот такая туника, кофточка с веревочками по низу. Можно вот завязать, посадить по фигуре так, как вам нравится. На брючках имеются лампасы. По всей длине проходят. Кармашки есть. Широкая резинка. Очень нравится мне вот эта вставка из велюра. Красиво смотрится. Богато. Для дома шикарный костюм. Я думаю, в этом костюме не стыдно сбегать в магазин куда-то, сесть в машину проехать, на дачу и так далее. Шикарный костюм. И как домашний тоже будет отличный. Мужская футболка. 290 рублей. Аккуратно пошита. Обычная футболка. Легкая, приятная. Мужские штаны. Трико со штрипками, антрацит. Сделаны из футера. Вот утепленные. Изнутри вот как бы небольшой такой ворс на чесик. Это специально одевать под штаны. Зимний вариант. Цена всего 196 рублей. Ну и последние. Мужские домашние брюки. Низ брюк заканчивается манжетой. Очень хорошего качества трикотаж. Прекрасно все пошито, обработано. Нет нигде никаких ниток. Высокая посадка. Широкая резинка. Вот сзади имеется вот такая вот отстрочка. Хорошие очень брючки. Прям милое дело.